Всем привет! Продолжение по прохождению арка. В предыдущих сериях мы начали Томи и Гигу. Удастся ли это сделать? Или я просто профукал большое количество времени? Большой проблемой было, конечно, я это получил. Оно было потрачено практически существенно. Но я это сделал. Из-за того, что не Monkey Level, я смог ее приручить. Скорее всего. И, конечно же, тесты по уровню. Урон жилого намного лучше, как по мне. В ночь 18 дня я обнаружил лут. Разноцветный нагрудник. Пригодится. Летая по миру, я искал дропы. Обнаружил кое-что интересное. Я слышал от друзей, что это существо сложно приручается. Сказали, что есть только трупы убитых животных. Первый на пробу пойдет птер. Никакого процесса приручения я не обнаружил. Попробую еще одного птера. Вдруг получится. И, как видите, процесс идет. Это хороший знак. Пустота. Ебать. Слишком неудобно, когда Карха уходил. За ним приходилось бегать. В конечном итоге запись была просто повреждена. Но для того, чтобы его приручить, понадобилось убить всех моих рапторов и одного Мэйниха. Мне нужно было найти Рекса для дальнейшего выполнения своих задач. Но успех с нахождением так и не был, из-за того, что Рексы были низкого уровня. Зато поиск ресурсов, а именно цементную пасту, я находил очень хорошо. Скоробей сильно поможет для создания удобрений, и больше мне не понадобится компостная куча. Но прямо перед этим меня спешил в воде какой-то барионикс, что почти дало свои плоды моей смерти. Но я успел вовремя вспомнить Гигу, благодаря которой я смог убить низкоуровневых убийц и бомжиков. Продолжив приручение, я тэпнул скоробея домой. Приручение вкуса новичка выглядит примерно так. Я хуёвый актёр, ты по сигарету улетает за пределы вселенной. Жизнь застыла в монолите и стала проблемой. Без стремлений, без попыток разгореться огнём. Я хуёвый костёр, ты по сигарету улетает за пределы вселенной. Жизнь застыла в монолите и стала проблемой. Пустовочка прекрасно без меня идёт. Я хуёвый актёр, хуёвый костёр, хуёвый актёр. Пиздец, хуй-то. Самый прикол, что мне показалось, что приручение будет долгим. Я решил с помощью команды ускорить процесс. Поспешишь или не смешишь. И вот, приручение закончилось. Главное не забыть, что у меня теперь есть живка, которая кидает в лунку. Приручение бронтозавра 116 левела.
после приручения стоит намного легче добывать ядра. Получили транслятор дерьма, нырял глубоко, разобрался с Артахис. Плаваешь в дерьме, не открывая глаза, жизнь казалась шуткой, и дошутился. Пепа-сигареты улетают в воздух, как превратилось все, что я создал. Пепа-сигареты улетают за пределы вселенной, жизнь застыла в монолите и стала проблемой. Без сравнений, без попыток разгореться огнем. Я хую костер, пепа-сигареты улетают за пределы вселенной, жизнь застыла в монолите и стала проблемой. Постановочка прекрасно без меня идет. Я хуёвый актер. Пытался отмыться от всего, что сделал, чего я сделать не смог. Эй, вместе с пеплом поднимаюсь туда, где меня встречает Бог. Я смотрю на него, и похоже, что он рад видеть меня. Ошибка, ему всего лишь нечем прикурить. Летая по всему миру, а точнее убивая баранину, я нашел стаю макак, убив которой заметил, что могу покормить альфа-самца, в данном случае альфа-самку. Ну и в итоге я приручил. Заняло это слишком долгое время, как по мне. Летаю, значит, я по полю. Вижу 120-й Т-рекс. Ну, по леву. Мне подходит. И уже такую, как вам сказать, хуйню. Я не растерялся, решил принять бой. Заспавнил гигу. И следователем убиваю для нас число. Через 2 дня я снова вернулся на это место, чтобы пофармить самую малость ягод. Но встретил женского супер-неогната. После этого мне нужно было ставить свою квартиру на выигрыш, так как, читая форумы, эти существа очень редкие. Я хотел грузовое существо, а это еще и летающее, как носитель, я выбрал бронты. В будущем нужно будет еще одного приручить. Это особь улетела. Если я найду еще одного самца, то смогу сделать еще одного ренеагната. Круто. Ну, и следовательно, я стал просто ждать. Первое требование было — это сладкий кекс. Второй заказ мне повезло. Это был еще один сладкий кекс. Раз, два. Последний заказ, скорее всего, это желчь аммонита. Я не знаю, что это такое. Ну и на такой ноте закончу видеоролик. В следующей серии буду окончательно врачить насекомое с крылышками.